На Луганщине по линии разграничения ситуация обострилась. За минувшие сутки боевики ЛНР 21 раз обстреляли позиции наших военных. Стреляли по Крымскому, Счастью, станице Луганская и селу Троицкое. Вопреки минским договоренностям, террористы в ночное время применяют запрещенное оружие крупного калибра. Найгорячіше было у Счастье. Російські найманці обстрілювали наші позиції та мирні квартали зранку, ввечері та вночі. Розпочалися вогневі провокації о 10.20 з мінометного обстрілу, об 11.15 терористи вдарили ЗГС-17, а ввечері з 19.15 до 19.45 з напрямку окупованого села Весела Гора адепти «Руського міра» гатили по місту заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів та СПГ-9. Ситуацию на линии разграничения наши солдаты полностью контролируют и надежно удерживают оборонные позиции. Информация о гибели наших военных и мирного населения не поступила. Однако вчера в райбольницу станицы Луганской доставили двух жителей села Ольховое с диагнозом минно-взрывные ранения. Причина – подрыв на растяжке в лесополосе.